Я вообще не знаю, как его сажать, короче. Я даже запись включу. Да, ну. Да, я просто уже вижу, как я паркуюсь. Слушай, я так понимаю, что ты когда газ нажимаешь, ты начинаешь вертеться. Я вообще начинаю вертеться. Не, он вообще мышку до упора вправо веду, чтобы меня не вертело. Руль выкрути. Злодей, ты чё, руль выкрути? Что, помогло, нет? Чё ты замолчал? Что ты мне рассказываешь, что выкрутил? На чём тут руль, скажи мне? Чтоб тебя не крутило, блядь. Потом мышки. У меня руль не настроен на вертолёт, потому что как бы это было бы глупо. Ну, короче, если чё, я стою на заправке сейчас. Я смотрю выходит. На этот. Слушай, на этот я решил попробовать включить автозависание, но стало еще хуже, по-моему. Я еще буду сажаться тут. Везде деревья. Эх, сейчас придется в два раза больше запчастей искать. Не-не-не, там сейчас вытащить стартер и гидравлический цилиндр и на нем тут залететь. Я про то, что сейчас. Искать еще кучу вещей придется после его посадки. Нет, там только цилиндр найти. Идеально сел! Да! Вадик, давай к нам, вряд ли. Чтоб я еще раз на него летел. Зачем? Сейчас будет, блядь, взрыв, походу. В смысле, я сел? Вроде вышел уже. Сел уже, здесь сделать. Берешь меня? Ну, я с другой стороны этого. Я бегу в сторону злодея. Ну, мне ж вас двоих забирать.